влиянием. Вот так. Кто там вышел? Что фантазия одерживает победу над волной. Подводим итоги матча 2-1. Михаил Малышев, Игорь Перелогов. Наши послематчевые истории. Игорь, начнем с тебя. Что не получилось? Почему уступили? Здравствуйте. Да, во-первых, с победой фантазию поздравляю. Что не получилось? Наверное, не получилось забить, когда у нас были очень явные моменты для этого. И, наверное, по-другому бы чуть-чуть все это сложилось. Не наверное, а по-другому бы. А потом ребята, когда забили соперника, почувствовали, побегали, начали бегать. Мы чуть-чуть свалились на не то чтобы на их игру, на эмоции, ну, ненужные. Ну и потом уже, наверное, было чуть-чуть уже вытащить игру тяжеловато. Получалось. Ну, наверное, как-то так. Смотри, хороший сбор, две семерки полноценные, да, еще есть ребята, которые в заявку не попали. Чуть попозже, может, спрошу, конкретно по кому-то пройдемся. Как вообще то, что сейчас хорошая конкуренция у волны, может быть, и не стоило, не знаю, семерками играть? Ну, это, наверное, вопросы к Игорю Корнилову больше, не ко мне. Почему мы играем две семерки? Во-первых, для него, наверное, это больше виднее. Ему нужно посмотреть, я так понимаю, все-таки игроков в игровой практике, в игре, кто на что способен, там, с точки зрения каких-то качеств, наверное. А так, все-таки, наверное, вопрос к нему больше. Ну, понятное дело, никакой недооценки не было. Серебряный призер прошлого сезона против девятое место фантазия заняла в сезоне 2022 году. В первом туре вы выиграли, не проиграли. Опять же, все это на бумаге, все это уходит далеко и надолго, все забывается. Да нет, оценки, конечно, не было. Они у нас 4 игры, мы уже их не выиграть не можем. Это пятая уже, наверное, да, получается. Конечно, настраивались на хорошую игру. Но ребята сегодня молодцы, дали бой хороший. У нас не получилось. Мы должны играть лучше. Обязаны играть лучше. Ну, с такой игрой нам далеко не уехать. Так. Миша, ну, во-первых, поздравляю с победой. Что скажешь по матчу? Как настраивались, как готовились? Уже 2 недели подряд не видим мы вашего единого вдохновителя Геры Бунятяна, который, я так понимаю, давал там, может, установку на видеосвязи был. Так ли это? Да, спасибо большое за победу. Соперникам тоже спасибо за игру. Гера, конечно, давал нам настрой такой боевой, потому что первая игра мы его не порадовали, вот, поэтому он был очень недоволен, и вчера мы получили от него кружочки перед игрой, вот, он там дал нам такой боевой настрой, боевой дух, то есть, ну, и сегодня мы действительно показали, что мы, ну, команда, вот реально, потому что нам, ну, либо мы сегодня проиграли и опустились бы реально на дно уже, и оттуда было выбираться тяжелее, а так как, ну, задачи Гера нам дал перед сезоном попасть в пятерку, поэтому мы сегодня кровь из носа должны были побеждать, что мы и сделали. Что сегодня ключевой фактор, какой вы залог успеха? Концентрация, желание, ну, бились реально до конца, вот видели в конце эти эмоции, но, возможно, там соперник, да, может, недоволен, но без эмоций футбола не бывает, вот. Ну и то, что мы забили гол первыми, ну, это самое важное, потому что, когда ты забиваешь первым, сопернику нужно отыгрываться, это сложнее. Хоть и волна, у них игроки гораздо квалифицированнее есть, но действительно, которые с мини-футбола, там, из большого, то есть я всех ребят знаю, вот. Но я, если честно, ожидал чуть-чуть от них, наверное, большего, но, может быть, возможно, это тоже старт турнира еще. Поэтому. Как тебе сегодня дебют полноценный в Суперлиге Пари Арсена Миянца, партнер, с которым ты был в системе «Миллион Роз»? Я думаю, понятное дело, Арсен не нуждается в представлении, но как в целом дебют его, там в конце даже так называемую микротравму получил, да? Держался за заднюю поверхность бедра. Что по Арсену скажешь? Да, Артик вообще красавчик. Он на самом деле профессионал. Ну, реально, он тоже вдохновитель, потому что он со своим опытом ребятам помогает, подсказывает. И его, когда он на поле, мне кажется, ребятам более спокойнее. Вот я поэтому вообще огромный респект ему.
Виталик Полищук вернулся в Россию после такой полугодовой командировки во Францию. Что скажешь по Виталику? Вот я так даже удивился, он заявлен за дубль опять. Ну, опять же, у Волны хороший подбор футболистов, да, все 44, обойма, на всех рассчитывайте. Что скажешь по Виталику, насколько он сегодня команду подвел, две желтые получил, опять ли все по делу, как считаешь? Да, ну, Виталик, я очень рад, что он вернулся. Я считаю его по тому сезону вообще топ-3. Он зашел, если не топ-1 даже. Он очень хорошо играл в том сезоне. Он приехал, да, он там где-то бегал, тренировался, играл. Он в хорошей форме, в принципе. Просто, как бы сказать, залетел на последней минуте, да, так сказать, трансферного окна. И поэтому мы его закинули в дубль. Но вот Игорь его привлек сегодня к основе. Да я не скажу, что он подвел. Нет, он не сделал фатальную, настолько грубую ошибку. Наверное, просто вся команда сыграла не так, как надо было сыграть. Ну, не то, что как так надо. Ну, никак не дали нам сыграть, как мы хотели, наверное. Не знаю. Нет, Виталик ни в коем случае не подвел. Он делал, наверное, то, что надо было сделать. Не знаю, контратака там была. Наверное, остановил, да, срывал. И все. Ну, у нас были шансы. Мы их не использовали еще в первом тайме. А Виталика обвинять ни в коем случае. Смотри, еще Пятников, Прокопов, Правдин, Литвиченко, Карпенко, Катаев, Ваулин, плюс Василенко, капитан. Тут, по сути, три семерки, мне кажется, можно выставлять. Откроешь ли какие-то тайны, секреты, почему вот этих ребят мы сегодня не видели? Валера Прокопов на стадионе был, что у него там микротравма, Гера Пятников на тренерском Амтелло. Василенко, так понимаю, дали отдых после 11-11 марафона в Нижнем Новгороде, да? Ой, в Великом Новгороде. Ну, Валера, да, у Валера еще травма, он до конца еще не зажил. Все-таки хочется, наверное, чтобы он, наверное, подготовился ближе к другому турниру, более, не то что более важному, а к другому турниру выйти на уровень. Так чуть-чуть Валеру поберегли. Он сегодня сказал, сегодня Коля вместо него пошел. По остальным, ну, Серега Ваулин, он не знал, успеет он или нет, но он в итоге успел, но просто уже, так как состав уже появился у нас, то уже нет. Денис Калитюченко чуть-чуть пропал. Не то, что пропал, но просто, наверное, дела и работа. Все-таки у всех любительский футбол. Ну, а по остальным, не знаю, кто там еще у нас. Катай, ну, то же самое, чуть подпропал. Ну, согласен, что у нас можно набирать еще там семерку, не знаю, там, четвертую, да, смело. Тренеру будет виднее, будет смотреть, будет выбирать, по тренировкам будет смотреть, ну и так далее. Что-то такое. Миш, как тебе фантазии? Все ли нравится коллектив, команда, атмосфера? Доволен? Нет, все-таки тоже за многие команды поиграл. Да, все прекрасно. Я пока еще привыкаю. Ну, к ребятам я некоторых знаю, но еще надо с ними сыграться, тоже сработаться. Ну вот, а так, да, все прекрасно. Все равно где-то когда-то играли тоже все футболисты, вот, все с головой, поэтому я думаю, что мы еще будем прибавлять. Лучший игрок сегодняшнего матча, по твоему мнению? Вся команда. Мы единое целое, поэтому могу сказать только команда. Никого не буду выделять. Все, спасибо большое, не буду больше задерживать. Михаил Малышев, Игорь Перелогов были в нашей послематчевой студии. Еще раз фантазию с победой, волне удачи. Гере Бунятяну большой привет. Ждем возвращения в Санкт-Петербург.